Привет, друзья. Уже темнеет, а я все хожу. Короче, ходила в такую даль. Ой, ничего не снимала. Идешь, грязище везде, идти тяжело, потому что там все время вору. Потом Саша спрошу, какой перепад у нас высоты с нашим районом, с тем районом, где Европочта. Это что-то ужасное. Домой идти как-то полегче. Еще в магазин зашла за молоком. Ну, там кое-что еще купила. Приду домой, все вам обязательно покажу. Будем распаковывать семена. Ой, пришла домой, переоделась скорее, вся употела, напилась воды и распаковка. На 30 рублей сходила, скидка 2,58. Так, масло рапсовое купила, вот такое. Я на нем жарю только. Молоко 1,5 литра, вот такое вот. Куриную грудку купила. Завтра кое-что с вами, наверное, приготовим. Так, сметану купила. 2 сырочка с какао. Сейчас поставлю чай, попью чайка. 3 упаковки творога. Вот как я делаю сырники из творога и думаю, почему-то перестало получаться обычно 8 сырников на 2 дня. Они уменьшили вес упаковки. Было 350 грамм, а сейчас 300. Видите, как дурят? Цену-то я уже не помню, поскольку все время домашний творог брала. Какая была за 350, какая сейчас за 300. Непонятно. И взяла 2 огурца. Уже захотелось огурца. Не знаю, очень даже сильно захотелось. Поэтому и взяла. Вот все мои покупочки в Евроопте. А самая основная моя покупочка — это семена пришли мои долгожданные. Сейчас будем распаковывать. Ну что, друзья, распаковываем посылочку из интернет-магазина, который называется «Купи семена». Вау, вау, какое богатство, какое богатство. Так, наверное, чего-то не было, потому что я заплатила 90 рублей 20 копеек, а изначально вроде было 91. То есть чего-то не было такого, наверное, несущественного, потому что цена рубль. Вот такая красота мне тут пришла. Смотрите, та-дам, сколько тут всего. Сейчас усядемся и будем рассматривать досконально. Что, друзья, все разложила по стопочкам, чтобы вам все показать, что я купила. Вот купила 2 вида гороха. Сахарный буян и амброзия. Вот амброзия здесь много, много семян. Прямо, по-моему, 20 грамм даже. 150 штук. Представляете, 150 штук. Можно даже немножко сейчас посеять на микрозелень. Так, из перца купила только 2 вида. Один острый, потому что у меня как-то уже все свои семена переродился, наверное. Перец острый — вихрь. Сейчас читаю, Саша спрашивает, ты купила сильно хороший острый? Я читаю, он слабо острый. Вот так я и купила. И перец сладкий этюд вот такой вот купила, оранжевый. Все, остальные у меня есть эти семена, собранные свои, еще остатки с прошлого года. Так, дайкон купила, клык слона, такой ни разу не покупала, какой-то новенький, клык слона. Дайкон я сажаю каждый год. Так, из томатов купила новые томаты, уже старые все надоели. Короче говоря, вот, черный принц томат купила. Дебарау желтый. Купила амурский тигр розовый, хурма, обожаю этот томат, и томат сахарная слива желтая, вот такой вот. Все из томатов, все купила. 1 арбуз розовый мед среднеспелый, попробую другим способом выращивать арбуз. Так, 1 баклажан Андрюша. Все хвалят Андрюша. Семена партнера, они, конечно, дорогие, но взяла Андрюшу. Что-то в прошлом году у меня с баклажанами было не очень. Позапрошлым было хорошо. Так, из капуст. Взяла вот такую вот капусту цветную. Цветную прямо. Видите, какого цвета? Мечта огородника называется.
И капуста цветная альфа. Вот такая вот беленькая. В прошлом году у меня цветная что-то вообще не выросла. Краснокочанная была только вот такая калибос. Но про калибос я очень много слышала, очень хвалят. Поэтому вот взяла такую калибос. Так, капуста брокколи, кудрявая голова, взяла такую вот. И капуста пекинская билка. Билка я уже брала, мне она очень понравилась. Вот я ее взяла опять. Ой, как она тут, вот так. Вот так. Так, из огурцов взяла вот такой вот корнишон парус Сидек фирмы. Взяла белая такая вот невеста, попробовать белый огурец. Некоторые нахваливают, говорят, что очень вкусный. Ну, прикольный белый, посмотрим. И взяла изумрудный поток из длинных. Вот такой вот красивый. Так, что я взяла из необычного? Так, это морковка, это обычная. У меня морковка осталась с прошлого года. Я еще взяла один пакетик для подстраховки. И взяла еще лук вот такой вот, семена. Здесь тоже 100 штук, по-моему. Голландская селекция, короче. Сейчас я посею его завтра быстренько. И пусть растет. Раз у меня нету сивка, я не купила, не взяла. И салат вот такой вот гном взяла. Гном. Кочанный салат гном. Из интересного, что я взяла. Первый раз. Короче, называется «Семена редких овощей» из рубрики такой. Чуфа называется «Земляной миндаль». Оно у нас, конечно, будет, наверное, как однолетнее. А тут травянистое растение семейства осоковые. Культивируемое как пищевое растение из-за съедобных клубеньков на корнях. Клубеньки чуфы съедобные. Они содержат 17-25% жиров, около 20% крахмала, 4% белка, 28% сахара. Имеют характерный слегка сладкий ореховый привкус. Их едят как в сыром, так и в поджаренном виде. Измельченные клубеньки добавляют в кондитерские изделия, делают из них халву. В Испании из них готовят сладкий прохладительный напиток. Поджаренные размолотые клубеньки используют как суррогат кофе. Масло из клубеньков чупы по химическому составу близко к оливковому. Оно не высыхающее, густеет при окислении, золотистого цвета и приятного вкуса. Используется при изготовлении кондитерских изделий, как столовое масло. Также применяется при изготовлении высококачественного мыла. Зелень чуфы довольно декоративна. Ее можно выращивать на клумбах или в качестве бордюрного растения. Ну, тут написаны особенности посадки и все прочее. Когда будем сажать, тогда все я вам расскажу. Сколько тут этих семян? Непонятно. 5 штучек. 5 штучек. Но я, прежде чем купить эти семена, я изучала, читала. И было написано интересное, что один куст может дать 600 вот этих орешков. 600, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, и здесь даже вот написано. Образуется до 600 клубеньков. Представляете, из одного кустика, если вырастет. Так что будем с этим разбираться. И из необычного я купила семена картошки. Посмотрите, среднеранний, высокоурожайный, клубни высококачественные, среднего размера, овальные, удлиненные, кожура светло-желтая, мякоть белая, крахмалистая, рассыпчатая, очень вкусная. Оптимальная для прорастания семян температура 16-20. Ну, наверное, на рассаду надо сажать. Посев производится замоченными или наклюнувшимися семенами. Пикировка не требуется. Да, надо сажать на рассаду, тогда за один сезон вырастет картошка. Так что вот, займемся в ближайшее время посадкой картошки. И теперь самое интересное, переходим к цветочкам. Так, купила 2 вида алисума. Алисум я сажаю каждый год, я его обожаю. Один снежный ковер, а другой белое море. Смотрите, какая красота. Так, 2 алисума. Купила космею одну, вот такую вот лимонную. Космею люблю. В прошлом году у меня почему-то не взошла ни одна семечка. Обидно. Так, 2 вида лабелии купила. Сапфир и голубой бриз. Вот такие 2 красавицы. И купила мирабелис. Когда-то я давно-давно его сажала, а потом чего-то перестала, забыла. Красный леденец называется. И купила опять. И купила еще остеоспермум, только разноцветный. Помните, в прошлом году у меня был вот такой, я собрала свои семена. Я еще взяла вот такой. Мне очень они понравились, эти цветочки. Цветут прям до зимы. Вот такая красота. И теперь петунии.
Я уже так испугалась, думаю, блин, заказала Иустому, а мне не пришла Иустома, ни одна пачка, думаю, а цена, а общая сумма совпала, думаю, меня обманули, уже расстроилась. Оказывается, они Иустому, видите, вот так вот к петунии пришпандорили, потому что она вот в таких вот пакетиках прозрачных и нет упаковки, даже не могу вам показать. Ничего не могу вам показать, только здесь написано Иустома Арена, F1, Клеа Пинк 5 штук. И Иустома Арена F1, Парпл, Драже тоже 5 штук. Вот и пойми, что тут и как тут называется и как выглядит. Ничего не понятно. И одна петуния тоже в таком же пакетике. Так, петунии я купила. Эти самые ампельные в основном, потому что простых петуний у меня там в упаковке много с прошлого года осталось, там была прямо огромная, большущая, наверное, профессиональная упаковка. Вот такая ампельная лавина смесь окрасок. Здесь 10 штучек. Вот такая белая. Здесь тоже 10 штучек. Так, срок годности до 26 года. Можно будет посадить по 5. Вот такая вот красавица, посмотрите, лимонного цвета. Здесь 5 штучек. И вот такая вот красавица. Здесь тоже 5 штучек. Вот такой цвет мне просто нравится. Salmon Shades. Shades называется. Salmon Shades. Вот такая красотка. И петуния гибридная танго. Вот такого вот цвета. Танго Бургунди. Мне так понравился цвет этот. Просто обалденный. Крупный цветок, бордовый цвет, растение хорошо разветвленное, обильно цветущее, устойчиво к погодным условиям. Крупноцветковое, сочетает в себе раннее цветение и компактность с прекрасными садовыми характеристиками. Вот такая красавица. Ну и вот получается еще вот такая петуния. Грандифлора Аладдин розовая. И к ней тут уже пришпандорено все остальное. Здесь 30 штук в этой грандифлоре, поэтому можно все не сеять. Годность до 26 года. И две эстомы, еще одна петуния грандифлора Reader Pink Deep. Тоже в пакетике просто пришпандорено сюда. Вот видите, сколько всякого богатства я тут прикупила. Так что все, друзья, буду наслаждаться своими семенами. А вам желаю... А, забыла вам сказать сумму. Заплатила я за все за это 90 рублей 20 копеек. Сейчас покажу вам поближе. Если кто-то захочет посмотреть цену, то можно будет посмотреть. Вот все цены здесь указаны. Потому что если бы я вам тут еще цены называла, это было бы видео бесконечное. И вот вторая страничка. Так что кто хочет посмотреть, можно поставить на стоп и посмотреть, кого интересуют цены. Всего я заплатила 90 рублей 20 копеек. Уже Саша мне вычитал целую лекцию по этому поводу. И прочее, прочее, прочее. А вам, друзья, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока!